Приветствую всех на своем канале. И сегодня мы будем рассматривать обзор дополнений для автомобиля ZIL-131 от фирмы ICM. Вот для этого автомобиля, а конкретно в моем случае для ZIL-131 из набора Чернобыль номер 1, я приобрел следующее дополнение, которое мы сегодня рассмотрим. Итак, начинаем. Первый набор – это такое дополнение, это предотвращение от фирмы Микродизайн, ZIL-131 для набора ICM с артиклями 35516, 35515, 35520. Артикль самого набора MD-035-219. Дальше у нас еще один набор фототравления для тоже для ZIL-131, но теперь для МТО. Этот набор включает в себя дополнение для Кунга, который идет вместе с автомобилем. Здесь у нас в этом наборе у нас нету фототравления для Кунга. В этом есть. Это набор от фирмы VM Models с артиклем 35031. Набор 3D декалей интерьера для автомобиля ZIL-131 для всех производителей, не обязательно для ICM. Артикль этого набора UD-35201. И последний набор, который у нас будет на обзоре, это вот такой вот набор от корейской фирмы DevModel. Здесь в наборе присутствуют колеса, смоляные колеса на автомобиле ZIL-131 и также исправленная решетка радиатора. Все в одном наборе. И артикль этого набора DV-35067. И сейчас каждый набор я открою, и мы начнем смотреть, что же там внутри. Начинаем с фототравления от фирмы Микродизайн. Выполнено на такой вот еще гладкой бумаге, лощеной такой, и представляет из себя формат А4, сложенный в 3 раза. И сама инструкция. В наборе мы видим, дается 2 платы фототравления и пленка для стекол и для имитации приборов. Открываем инструкцию и смотрим, что нам предлагает заменить или дополнить модель чем. Во-первых, фототравленные держатели зеркал и сами зеркала выполнены из фототравления. Дальше предлагается вклеить в карту двери вот такую вот фототравленную деталь, дополнить ее. Сделать вот такие вот замочки на дверь, замок на дверь. Можно сделать дверь открывающимся с помощью вот таких вот петель, которые даются в наборе. Также есть в наборе вот такие вот накладки на пороги. И здесь мы видим, что есть фототравление нам коврик в кабину, и из фототравления есть педали. Также фототравлением даны вот такие вот накладки на бампер передний и вот такая вот скоба. На приборную доску, на торпеду так называемую, есть вот такие вот
дверцы данные лючков, бардачка, еще вот такие вот накладки, и приборная доска тоже дана с отправлением, ну, сама рамочка, а приборные доски, сами шкалы даны на пленочке. Правда? Также здесь мы видим детали для топливного бака, крепление топливного бака, и вот всякие кронштейны, стяжные ленты на топливный бак. Также мы видим, есть даны на дверке такие вот рамочки для остекления, и куда мы должны вклеить пленку. Также есть детали дополнительные для радиатора. Решетки нам даны в отравление. Крышка горловины радиатора тоже имеется. И также есть крышка горловины топливного бака. Тоже дана с отравлением. Что у нас здесь имеется? Ну, есть дворники. Солнцезащитные козырьки даны, такая вот шильд на знак, ограждение фар от отравления дано, как мы видим, крепление фароискателя тоже дано от отравления, ну и вот такие полочки, ступеньки на дано от отравления и крепление огнетушителя. Есть еще с фототравления вот крылья для установки под кузов, и на задней стороне рамы вот такие вот скобы даны тоже. Ну, собственно, вот и все, что предлагает нам микродизайн для этого автомобиля. И теперь мы посмотрим на плату фототравления. А что здесь у нас есть? Вот эти детали для радиатора, решеточки такие вот, ячейки из отравления. Это вот скобы на задний бампер. Я так понимаю, это вот сами брызговики и крылья. Даны вот эти на пленке нам даны прозрачные стекла, которые предлагают заменить на те, что идут в наборе. И на пленочке нам даны вот шкалы приборов. Но мы их не будем использовать, потому что у нас будут от Quinto Studio. У кого нет, может использовать. Это ограждение фар. Даны такие вот тоненькие, изящные, не то что будет в пластике. Есть эмблема ZIL буквами, тоже нам дана с отравлением. Вот это вот крышки горловины топливного бака. Коврик в кабину. Смотрите, тут нам даны знак качества. Раньше было в Советском Союзе у нас такого знака качества, который устанавливался на различном месте, ну, на автомобиле. Крепление зеркал даны в отравление, брызговики, дворники, вернее, стеклоочистители, стяжные ленты для топливного бака. И еще раз вот эмблема ZIL, она нам дана почему-то тут аж три раза. Ну, там посмотрим, потом по инструкции уточним, может, где-то повторяется, или просто даны запасные. Ну, а так все выполнено качественно, хорошо, и этот набор поможет нам деталировать существенно нашу модель. CM по традиции дает немножко упрощенную модель по деталировке, не так уж явно, а этот набор нам поможет добавить деталировки.
Дальше у нас на очереди набор фототравления от фирмы V-Models для ZIL-131 МТО АТ. Также он проходит для наборов 35517, 35518, 35520. В наборе одна плата фототравления. И открываем инструкцию. И вот здесь мы видим, такая вот нам дана вот решеточка на вот такой вот, на вот эту вот деталь. Еще вот такая вот деталь клеится сбоку, собирается вот такой вот ящик. На этапе 2 предлагается его согнуть и добавить вот еще уголочки. Деталь 13. Дальше здесь мы видим сборка другого ящичка с скреплением кронштейном. Я так думаю, что это ящик аккумулятора. На этом этапе 4 здесь идет сборка какого-то кронштейна для крепления какой-то детали, какого-то узла. Здесь идет сборка фильтра воздушного, я так думаю. Здесь вот есть даны нам скобы из фототравления, ленты вот эти стяжные, и само крепление тоже из фототравления дано. Предварительно нужно его будет согнуть. Здесь вот крепление каких-то вот шарниров даны нам. Также есть вот сверху над кабиной такая вот площадка есть с антискользящим покрытием. И вот на эту площадочку у нас приклеивается вот такая вот деталь номер 2. Здесь тоже различные мелочи, крепежи различные собирается, укрепление запасного колеса, тут тоже различные всякие мелкие детали, нужно будет дополнить их, добавить проволочку, да, написано вот. На ступеньке тут тоже у нас есть вот такие вот, тоже приклеиваются площадочки такие антискользящие. Ну и вот все вот эти вот подсборки, что мы собирали, этап 1, 2, 3, 4, 5, вот они теперь вот здесь вот размещены, показаны, что куда клеится. И вот здесь тоже показаны, какие вот этапы, куда что приклеивается. Ну я вот так вот уже смотрю, все как-то очень мелковато. Конечно, вот эти вот моменты могли бы они увеличить, экономят бумагу, что ли, сделали бы на двух листах, чтобы вот это вот не было так мелко, и нужно было потом под увеличительным стеклом смотреть и угадывать, что куда должно быть приклеиваться. Ну и посмотрим на само фототравление. Выглядит вот так. Вот эта площадка, которая находится над кабиной. Вышнаповка такая вот, рельефная. И это вот лючки, которые есть в Кунге. Вот нам даны. Ну и тут прочая различная мелочевка. Вот этот ящичек такой вот под Кунгом собирается. Ну, детали вроде бы неплохие, тоненькие. Главное не сломать ничего. Чтобы все хорошо гнулось, все хорошо клеилось. Продолжаем разговор. И на очереди у нас 3D-декали интерьера от фирмы Quinta Studio. В наборе был пакетик
общий пакет, и внутри маленький пакетик с самой декалью. И внутри было два таких листа стандартных инструкций. Первый лист – это вот такой вот инструкция по работе с этими декалями, на что их клеить и как. Сама технология приклеивания описана в этом листе. Ну а что куда клеить, уже изображено на вот этом листе. Ну и тут особая инструкция не очень-то и богатая. Здесь мы видим, что даны нам на выбор две панели приборов одного типа и второго. И вот здесь мы можем вариативность у нас выбрать один А или один Б. И вот здесь вот этот шильд тоже у нас есть выбор номер 4 или номер 5 использовать. Ну и различные таблички на приборную панель тоже нам даны. И для некоторых декалей нужно будет на пластиковой детали удалить рельеф. Ну и вот есть у нас такая вот табличка на дверь и табличка на сиденье. И давайте я еще раз увеличу, чтобы мы посмотрели на декаль панели приборов. Вот она у нас такая вот блестящая, красивая. Два варианта у нас и различные таблички на дверь, на сиденье и на панель приборов. Очень хорошая и добавит деталировки и реалистичности нашей модели. Ну и последнее, что у нас осталось на обзоре, это вот такие вот набор смоляных колес от фирмы DevModel, содержащие 8 смоляных деталей, 7 колес и решетка радиатора. Вот содержимое набора перед вами, инструкция, пакет с смоляными деталями и маски окрасочные, тоже идут в комплекте. Инструкции на первой стороне мы видим рекламу продуктов этой фирмы. И на оборотной стороне мы видим красочные маски для инструкции по использованию красочных масок. Здесь даны два типа масок. Первая для наружного, для самой шины. И вторая маска для диска. И показано, как красить. Ну, это вот сами маски. Уже прорезаны, даны. И давайте посмотрим на детали. Каждое колесо у нас имеет свою маркировку. Имеется вот обозначение латинскими буквами A, B, C, D, E, F. И запасное колесо имеет обозначение S. На запаске мы видим с обратной стороны отлиты уже это треугольник крепления колеса. Ничего выдумывать не нужно. Тут просто нужно будет его разместить на своем месте. Протектор хороший. Шва, как мы видим, здесь нет, и не нужно будет мучиться с продольным швом. На покрышках
Есть надписи кое-какие. Можно прочитать при желании. На основных колесах есть сделана имитация нагрузки. Не ровные, а вот с таким вот с продавливанием. Видим, что сделана имитация нагрузки. Использовал я до этого колеса DiffModel на Урале. Мне очень понравилось. И я думаю, что этот набор тоже, думаю, не будет хуже. На обратной стороне мы видим здесь отлитые вот это отверстие для установки уже на модель. Ну, посмотрим, насколько они точны. Пойдут они под мост, не нужно будет ничего рассвеживать, или все-таки нужно будет что-то подгонять. Диски отлиты неплохо. Гайки даны здесь. И вот эта вот защита подкачки колес. Довольно неплохие колеса. Ну и вот такая вот смоляная решетка радиатора еще идет в комплекте, исправленная, надеюсь, она точная, все хорошо подойдет в заборе. Ну тут она немножко вот нужно будет прорезать ножом аккуратно вот эту вот пленочку такую, микрооблой, и все, никаких проблем у нас не будет. Так, мы с вами рассмотрели дополнение для автомобиля ЗИЛ-131 КШМ, командно-штабная машина, и для МТО, фототравленные детали подойдут, или для любого другого ЗИЛ-131 от фирмы ICM. И все эти вот детали можете использовать для постройки вашей модели. Благодаря вот этим вот деталям и дополнениям можно будет существенно повысить смотрибельность вашей модели и улучшить детализацию. Колеса обязательно нужно менять у ICM, они там абсолютно гладкие, и резина там еще почти хуже, чем у звезды. Абсолютно гладкие, никакого там рельефа или какой-нибудь имитации надписи нету. Однозначно под замену то, что идет в наборе. Но вот благодаря вот таким колесам, дополнениям, мы улучшим нашу модель. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео на моем канале. Всем спасибо и всем пока.